Итак, господа, интересная машина, естественно. От какой фирмы? Ну, фирма-то у нас одна. То есть, да, мы показываем вам автомобиль у центральной городской ярмарки. Мне чем нравится центральная городская ярмарка, тем, что там, ну, во-первых, вам машины продают, естественно. Вы их себе можете купить, никаких проблем нет вообще. То есть, куда вы отдаете свою машину? Вы отдаете свою машину в дилерские центры, которые вам говорят: да, мы сейчас возьмем вашу машину и продадим ее, вы будете смотреть, что на ней там все красиво, ровное, пятое, десятое. Нет, такого, естественно, не будет. Вот. Почему мы ездим на машинах от центральной городской ярмарки? Почему нет? То есть мы, когда говорим машины, давайте все-таки скажем, что те машины, которые мы сейчас делаем, да, это уже финал. Финал двигателя внутреннего сгорания. Потому что, вы представляете, да, цена на газ. Сейчас объясняю. Цены на газ сейчас стали уже, ну, в таких характеристиках весьма интересных, да? То есть 24 рубля везде газ-ток стоит. А цена на бензин должна быть в 2 раза дороже. То есть цена на бензинчик у вас сейчас будет практически 48 рублей. Подождите, сейчас скоро будет. И вот тогда вы запоете. А цена на электротягу, она всего 50 рублей на 150 километров. Как-то так, да, получается? Да, господа, да, господа. Весь мир уже в электротяге. Я вам показывал машины на электротяге. Да, конечно, мы, это есть завершающие сюжеты о машинах на бензине. По-другому не получается. Так вот, какую машину мы вам сейчас показываем? Мы вам сейчас покажем замечательную машину Renault Megane. Вначале вы посмотрели. А что вы вначале посмотрели? Вы посмотрели мои рекламные ролики. Да, господа, первые, ну, это не первые мои рекламные ролики были. Ну, это из разряда первых сотен моих рекламных роликов было как раз в машине Renault. Ну, и та же машина, на которой мы сейчас едем. То есть машина, по сути, времени очень хорошо проехала. И проехал долго, и красиво. И то бишь, если мы вам будем говорить сейчас о том, на чем вы будете ехать, я говорю, это ваши понты, которые вы платите за долбанный телевизор. Потому что все остальные машины имеют 5 колес, 4 управляемых и одно рулевое. Вот оно. Так все абсолютно нормально. Эта машина имеет механическую коробку. Весь полный комплект стеклопакетов. Все нормально, да еще и кондиционер есть. Что весьма интересно, учитывая особенности этой машины. И она точно так же будет ездить. При этом как бы не спалит ваше замечательное топливо. Про топливо я вам уже объяснил, да? Нифига не дешевая штука в этой жизни. Да, 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 да. То есть, в принципе, на ней можно ехать. Никаких проблем нету в любое время. Пробег 184 тысячи. Я считаю, что это не пробег для этой машины. Машина в отличном состоянии, не говоря о том, что года есть. Ну какая разница, вы же должны доехать. Мало того, можете газ поставить, и это будет еще вкуснее. Конечно, ценники на бензин меня в реальности не радуют. Конечно, я бы хотел себе электротягу купить, и, конечно же, я ее рано или поздно куплю, потому что, ну извините, или 50 рублей на 100 километров, или 800 рублей на те же практически километры. Просто не понимаю, для чего это делается. Вы что думаете, ваши машины в городе мало-то кушают, что ли? Ага, 350 раз они мало будут кушать. Ню-ню. Ну вот. Эти машины вы там же можете купить. Почему с нами не работают люди взрослые? Я не понимаю. То бишь, в принципе, программа «Автостоп», она на них была бы и рассчитана. Что мы вам показываем новые машины. Без разницы, понтами мы это дело можем рассказывать. Самое забавное, что эти понты в цене-то выросли, помните, да? Мы еще рассказывали про 28, когда доллар был, да, потом 32, это было неплохо, а сейчас 65, 66. То бишь, господа мои, а вы, наверное, думаете, что телевидение это копеечная штука. Да нет, ребят, копеечная штука, она также поднимается в цене, потому что камера, которую держит мой брателло, она сейчас 19 тысяч баксов, если что, стоит. Нормальная цена, да, такая? В долларах, естественно. Все остальное тоже в долларах. Поэтому наши ценники тоже в долларах. Также они выросли в два раза. Вопрос должно быть. Но, к сожалению, они все готовы заплатить за продажу машин тому человеку, кто ее продает.
Сейчас объясню, сколько человек получает. Крепитесь, господа мои, крепитесь, мой брателло. Средняя сумма заработной платы того, кто продает эти машины, это 100 тысяч рублей. Нормально? То есть они им платят, нам платят. В итоге в программе автостоп вы новых машин, естественно, не увидите. Ну, понятно, почему. В итоге, какие машины вы будете смотреть? Те, которые нам представляет центральная городская ярмарка. Очень хорошие, кстати, машины. Вот. Из разряда того, что, ну, естественно, закончится. Но, тем не менее, если вы что-то уж хотите продать реально красиво и быстро, и качественно, я бы вам посоветовал приехать на центральную городскую ярмарку. Место вы знаете, где это находится. Вы себе можете взять либо такую машину. Вообще, в принципе, машин там много. Вот. И я не вижу никаких проблем, когда вы понимаете, какую машину вы будете брать. Вам сейчас машина нужна для езды. Вот так вот. Вот такую машину вы можете себе купить.